Учимся читать на английском. Буквы, выделенные фломастером, я написала, как читается по-русски сверху. Сначала слушаем, затем повторяем. Поехали. The bad wolf falls into the fire. Повторяем. And burns his tail. Повторяем. And runs away. Повторяем. And the three little pigs live happily. Повторяем. А теперь переводим. Плохой волк падает в огонь и обжигает свой хвост и убегает прочь. И три маленьких поросенка живут счастливо. Конец сказки!